Всем привет! Вот вашему вниманию хочу сделать репортаж, что может влезть вот в такую большую корзину. Это на самом деле большая. У меня в рюкзак я маленькую складываю. Но вот видите, что таз, это большой таз, потому что вот есть малый лисичек. Таз вот лисичек, таз опят. Таз опят, летние опята пошли. Но эти я не очень люблю. Польские белые я взял, видите, замачиваю, тут отмачиваю. И вот здесь вот ассорти подосиновики белые, сыроежки. Почему сыроежки? Потому что они вот если сейчас суп белые и сыроежки сварить, то они в супу очень неплохие. Вот. Подосиновики, конечно, подберезовики, они не дают, как белый гриб, навар. Но зато видите, какие хорошие подосиновики, я их тоже в суп. Вот этот вот польский белый можно. Вот белый, вот настоящий белый. Видите, а польский белый вот такой вот. Но белые, они всегда дают навар. Вот это вот, у него, видите, чуть-чуть вот юбочка вот здесь осталась. Это тоже, наверное, в суп пойдет. Как его? Маслята. Маслята, вот сыроеги. Вот. В общем, лес сейчас богат, ассорти подосиновик такой. Вот еще подосиновик. Вот еще подосиновик, вот масленок, вот козленок, видите, козленок, он чуть-чуть похож, что-то среднее между масленком и этим, и польским белым, вот и польским белым, вот масленок, видите, как он как поганка похож, он вначале вот из юбочки, как бледная поганка тоже растет, видите. Я уже почистил, он тут посинел внизу. Это подосиновик. Подосиновик, он даже вот красный, у него даже ножка красная. Вот такой вот бывает смешанные сорта, виды сыроежки. Вот еще сюда заодно хороших, крепких польских белых. Вот, видите, масленок, он чуть-чуть, только если юбка, похож и козленок, и польский белый, что-то среднее. До белого, вот видите, белый гриб не дотягивает. Ну, в общем, вот такой вот урожай. Вот польский белый, сытый, крепкий. Видите, они маслята, польский белый, козленок, вот козленок. Вот они между собой похожи, но различаются. И подберезовик, но он не зеленый, видите, подберезовик тоже. Подберезовик похож скорее больше с подосиновиками. Это тоже польский белый. На козляка похож. Это белый. Это белый, видите. Вот. И вот белый большой. Белый. Самый красивый маленький. Ну, белых сейчас вот сыроеги. Вот. Лисичку сюда. Вот еще белый. Видите, белый. Белый суп будет наваристый белый. Ну, можно сюда польский белый, вот которые крепкие, польские белые. И вот такие крепкие сыроежки. Вот, видите, какие. Вот такой улов из такой корзины. Вот это все корзина, уже кастрюля ждет, нож мой лежит. Всем пока, всем счастливо, хороших вам грибов, хороших прежде всего, и хорошей тихой охоты. Пока. Вот если бы еще кнопка нажималась, а то съемка идет.